Проблемы семьи и детства депутатом областного парламента озвучила уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Океанская. За прошлый год к специалистам ее аппарата обратилось больше 1600 человек. Традиционно преобладали вопросы, связанные с улучшением жилищных условий, взысканием алиментов, лекарственным обеспечением и установлением инвалидности. Часть обращений касалась подготовки документов в суд и юридического сопровождения заявителей. Татьяна Океанская озвучила парламентариям вопрос о необходимости предоставить льготное питание в образовательном учреждении детям, воспитывающимся в замещающих семьях. Сейчас право на это имеют только те, кто оформил статус малоимущих. Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот – еще одна важнейшая тема. В прошлом году к Татьяне Океанской по этому вопросу обратились 40 заявителей. Омбудсмен считает, субъекту решение проблемы не по карману. Полномочия по выделению жилых помещений нужно передать на уровень федерации. В 2016 году увеличилась очередь на 200 человек. По состоянию на 1 января 2017 года жилыми помещениями необходимо обеспечить почти 1500 человек. 86 единиц жилья было предоставлено в 2016 году, что чуть-чуть выше показателя предыдущего 2015 года. Это почти 7% от потребности.